Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал официальный пресс-релиз, в котором объяснил отстранение российских паралимпийцев от игр 2016. Но формулировки при этом противоречивы. Так, например, в КАС назвали обвинения Международного паралимпийского комитета ПАК в адрес российской организации неубедительными, потому что они строятся исключительно на информации о том, что некоторые из руководителей ПКР занимали должности в российском правительстве. Фамилии при этом не называются. КАС в другом же абзаце заявляет, что лишение членства российской организации в международной системе – мера адекватная. Ну и напомню, МПК принял решение об отстранении нашей сборной от игр в Рио в полном составе, основываясь на данных доклада спецкомиссии ВАДА. Российская сторона подала апелляцию в КАС, но апелляция была отклонена. Некоторые российские спортсмены обратились в МПК с просьбами об индивидуальном допуске к играм. И как стало известно только что, паралимпийская сборная России по конному спорту отказалась даже от теоретической возможности выступить в Бразилии под флагом Международного паралимпийского комитета.